Самое главное в работе администратора – это способность найти выход из любой ситуации, какой бы она ни была. Это большая ответственность. Также способность контролировать множество всяких мелочей, которые происходят в футболе, которые очень сильно влияют на результат. Для нас не может быть неожиданных поручений, так как мы должны решать любые проблемы. Если мы хотим добиваться больших целей и ставим перед собой большие задачи, то наши тренера и футболисты не должны отвлекаться ни на какие вещи. Они должны думать только о футболе. Для этого и есть мы. Я кайфую от работы в футболе. Этот спорт захватил мое сердце, и я живу им. Чувствую себя частью чего-то очень большого. И это есть команда «Факел». В клубе работаю 11 лет, Руслан – 10. Драйва от работы не меньше, чем когда начинал. Когда клуб развивается такими шагами, работать хочется еще больше. Залог успеха – это командная работа. Нам помогает медперсонал, мы помогаем пресс-службе. Когда сотрудники готовы прийти друг к другу на выручку, ну это просто круто.